Наверное, сначала нужно сказать о спектакле «По особым случаям». Мы с Егором Дроновым очень любим этот спектакль, потому что он о любви, о счастье. Даже тогда, когда уже вроде бы разбежались люди, все равно есть шанс обрести это счастье вновь. Ты что, не понимаешь, что я люблю тебя? Люблю. Да я жить без тебя не могу. А кто такая Джулия? Если это Питер, ну, уходи. Да, то фигурка жениха должна быть значительно ниже роста. Что? Не просто, да? Майк, ты что, хочешь, чтобы я переспала с тобой из жалости, что ли? Сейчас меня это вполне устроит. Вот 28 октября мы играем во дворце на Яузе. Теперь наша новая площадка, постоянная. С удовольствием сюда приглашаем, потому что она очень красивая, уютная. Вот, думаю, вы будете не разочарованы, потому что мы очень любим этот спектакль. С удовольствием приглашаем. Что происходит, а? Ну, я уже почти забыл твой запах. Майк, убери руки, пожалуйста. Ой, по ночам в постели ты так вкусно пахла. Майк, пожалуйста, ну я... Майк, я тебе кофе сварю, чтобы ты в себя пришел. Не уходи. Ну, пусти ты меня, да пусти! Где твоя Ванесса? Где? В аэропорту где? И то счастье, о котором рассказывает спектакль, эмоции любви, встречи людей, которые долго-долго не виделись, которые после развода, и вдруг вот обретают такое счастье. Мне кажется, что сейчас этот спектакль как никогда нужен. Он абсолютно обновленный, тем более в таком роскошном дворце на Яузе. Приходите с удовольствием, приглашаем 28 октября.